Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подписал указ о запрете беспилотников в регионе. Использовать беспилотники теперь можно только организациям с государственным участием, органам власти и местного самоуправления, организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения топливно-энергетического комплекса. Пермский край занимает 44-е место в России по уровню доходов населения. Исследование проводили эксперты рейтингового агентства РИА Новости. Для получения результатов среднедушевой месячный доход делили на стоимость фиксированного набора товаров и услуг в регионе в 2022 году. В Пермском крае это значение оказалось ниже среднероссийского и составило 1,55. За чертой бедности в Прикамье проживают 11,5% семей. В Березниках 23 июня пройдет ярмарка вакансий. Она начнется в 10 часов в территориальном отделе Центра занятости населения по адресу улица Мира, 30. Горожане узнают об актуальных вакансиях и преимуществах работы на крупнейших градообразующих предприятиях. При себе необходимо иметь паспорт, документы об образовании, трудовую книжку при наличии.